Друзья, если идете в кемпинг, да, не забудьте обязательно взять вот такое вот от комаров. Вот это не забудьте взять, комары заедают. Вот такое не забудьте, уже пустая бутылка. Если едете на... Не забудьте вот это купить от комаров. Это классная тема, хорошо работает. Это тоже хорошо. А это не покупайте. Это вообще, вообще, друзья, мы его достали, кыш-комар. И на него уже садятся комары. На этот пластырь садятся комары. Это не покупайте, берите только такие. Вот эти вот, ну или какие-то другие, просто я никогда не сталкивался. Комаров, друзья, очень много. Кусают, заедают. Сейчас руку выложу, сразу сядут. Вот, комаров очень, друзья, много. Вот кемпинг хороший, а комаров очень много. Поэтому, если вы едете, да, то не забывайте обязательно вот про это. Обязательно не забывайте про такие средства. На липке написано для ветлякования. Ну, в общем, на липке ничего вообще не действует, вообще. Ничего, только вот такое берите, друзья. Пашенька, в палатку давай, если ты хочешь. Ты точно хочешь в палатку? Хочешь в палатку? Там никого нет, Катя ушла. Открыть? Вот, залазь в палаточку.